эксцентриссимо. Все завидуют отечественным футболистам, как много им платят за их малые успехи. Но загляните в свежий список Forbes и поймете, что горы денег не в футболе и не у тех, кто продолжает карьеру. Номер один в спорте – Майкл Джордан. Человек, который дотрагивается до баскетбольного мяча, только если рядом включенная камера. 14 лет не играет, а состояние его 2 миллиарда долларов. Реклама и дивиденды – вот источник зеленых потоков. А спорт он может и жизнь, но не кошелек. За все 15 сезонов в НБА Джордан и 100 миллионов не заработал. Зато теперь многие выкладывают огромные деньги хоть за какое-то прикосновение к образу Майкла. Вдруг это принесет им прибыль. 60 тысяч долларов стоят кроссовки с его автографом. Некоторые делают выбор между новой машиной и поношенной обувью именно в пользу последней. Один раз 200 тысяч заплатили за кроссовки, в которых Майк в 84-м на Олимпиаде выступал. Это же 12 миллионов рублей. Если бы капиталы передавались контактно-бытовым путем. По-настоящему тонкий вкус демонстрирует молча салоны «Остров сокровищ». Стильные коллекции часов по доступным ценам. Эксцентриссимо.